16 сентября в спортивном логе КСК КФУ «Уник» состоялась церемония открытия шахматного центра имени советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера Анатолия Карпова. На месте событий побывала наш корреспондент Елизавета Никитина. Церемония открытия началась с приветственных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова, а также самого гроссмейстера Анатолия Карпова, депутата Государственной Думы Российской Федерации Ильдара Гельмутдинова и председателя Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиза Гилазова. Это не просто шахматный клуб, это центр современных интерактивных игр, поскольку сегодня подрастающее наше поколение любит эти игры и любит вас. Поэтому мы с радостью вас сегодня видим здесь, в нашем университете. И благодарны, что, несмотря на вот эту выборную группу, вы находитесь здесь, в Казани, вместе с нами. Этот центр станет вот некой кузницей, в том числе развития шахмат в университете. Я считаю, что так и будет. Ежегодно мы организовываем турнир среди судей на площадке нашего шахматного клуба. Поэтому я рад тому, что на территории нашего университета создан такой центр шахмат имени великого гроссмейстера. Также глава КФУ сообщил, что планируется открыть целую сеть таких клубов в других городах республики. Далее Анатолий Карпов и ректор подошли к интерактивным шахматным доскам и совершили символический стартовый ход партии на Е2 и Е4, тем самым официально положив начало работе нового шахматного клуба в структуре Казанского университета. Завершилась торжественная церемония экскурсии по центру, которую провел для почетных гостей директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин. В ходе экскурсии чемпион мира провел сеанс одновременной игры с преподавателями и студентами вуза, а также пообщался с университетской командой, серебряными призерами всероссийских соревнований по шахматам, прошедших недавно в Самаре. Сейчас шахматы поменялись, помолодели, потому что информация дается намного проще и быстрее. Вот, и поэтому, если в мое время считалось, лучший период жизни для шахмат считался 23-35 лет, то сейчас и в 20 лет уже становится сильнейшим шахматистом мира. В клубе регулярно будут проводиться соревнования разного уровня по различным видам шахмат и шашек, в том числе с использованием онлайн-технологий. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.